Девочки, приехала я домой, иду к дому, и вот что я вижу, девочки. Если честно сказать, я очень расстроенная. И я, конечно же, в шоке. В шоке от того, что я не видела этого человека раньше, да, что он так сильно пил. Потому что он как бы, когда еще был меняемый до этого, он сказал, что не пил так вообще вот. Я вижу, что он не такой алкаш. Как бы, да, по человеку уже видно. И посмотрите, что теперь. Я же ему сказала, иди домой. Убился, разбился, и все. Девчонки, пропал. И вот еще один красавец. Я вообще вышел, только сейчас убежал. Еще один красавец ходит у нас. Один краше другого, девочки. Да, вот только сидел, я уходил час тому назад, уже лежит. Уже лежит. Кошмар. Уже все. Да нет, слюни, наверное, или что там он разлил, пил, пил. Я уходила туда, поехала когда наверх. Он сидел еще, у него вот этот фунфырик был полный. Я говорю, иди домой, к матери. Его мать сегодня с утра палкой гнала домой. Откуда-то? 5 часов утра. 38 лет. Это он побираться, тебе не денег. Да, этот не пил. Он так, у него это, женщина его бросила. И все, и конец. Больше баб нету. Да, я говорю, больше нет уже. Одна единственная на всем белом свете. Все, что, говорит, я теперь, как я без нее жить-то буду? Наверное. Все, пропал. Вот так вот, девочки. Вот так, мои красавицы. Тетя Сонь. Лежит. Там, вон. Кошмар, тетя Сонь. Я шла туда, у него стоял фунфырик, 3 сигареты лежал, он там сидел на бордюре. Я говорю ему. Он тут постоял, с вами постоял. Я пошла на остановку. Нет, идет он. Светкин. Чей? Светкин, брат. Светка, да? Здесь жила. Ладно, ну-ка повернемся. Как зовут? Санька. Санька, ты куда собрался сейчас идешь? Такой трезвый, красивый. А? В Акском, вот. Карлову. А, Карлову Сашки, что ли? А он только сейчас прошагал? Вот он, я его ждет. Вот, вот стуканул ко мне, да? Но. А я вышел. А ты спал, что ли? А? Спал, что ли? Ну, маленький, да, проснулся. А что ты за... А Сашка зачем тебе нужен? Он сказал, заключен, я его послал. Тебя послал, заключен. Ну, это было дело. Я не говорю. Я в Сучу ездил. Ну, дальше. Он там оставил. А что у тебя с носом-то? Кто тебя вот кусил за нос-то? Девчонка, наверное, молодая. Нет, не надо врать. Наверное, нет. Девчонка молодая покусала. Но невеста. Ключ дали? А? Ключ дали, он сейчас говорит, я ключом послал его. Не дали, вот. Хозяйки не было, она на работе была. Ну, которая у него ключи была. Ну-ну. У нас все же какие марпасадские красивые парни, да? Один другого лучше, правда? Да, да. Один другого краше. Ну что, не парень, то красавица. Ну, вот он теперь говорит, я не могу попасть в квартиру, тебя ждет, ждет там. А что мне ждать-то? Он, пока, говорит, она говорит, с работы сама не приедет, хозяйка, да? Да. Которую ключи у него забрала. Да. Я, говорит, а кто у него ключи-то забрал? Он потерял свои. Ну? А это не рыка? Нет, он, у него дверь захлопнулась, да? Ага. А он свои ключи дома оставил. Ага. И окна закрыты, никак зайти не может, если нет. А что за хозяйка должна приехать? Нет, там в случае у него какая-то подруга есть. Не подруга, дочка, наверное, нет? Может, и дочка. Да. У нее ключи. У нее ключи где-то есть. Ага, дочка, ну, дочка. Да. А он... ты сейчас что пошел за ним? Скучаешь? Подруга-то? Он ждет с ключами его. А у него же ключей нету. Он у него ни фунфырика, ни ключей нету. Чего он пошагал за Сашку? А у Сашки тоже ничего нету. У меня свои зато есть. А у тебя фунфырика же нет, а Сашка ждет фунфырик или ключи? Нет, нет, он ключи. У него литр ничего есть. Да. А ты поэтому туда пошел, да? Пойдешь. А он что пошел без ключей туда? Без ключа. Чего он пошел без ключей туда? В окно залезет. В окно залезешь? В окно. Но... Он говорит, я не буду ломать в окно.
А литр дома стоит, да? О, вот облом-то, ничего себе, литр целый дома стоит, а? И дом закрытый. Нет, раньше было. Кошмар, как жить будете, теперь в дом не попадете без литра? Как, говорю, жить-то будете без литра? Найдете, да? Тут еще к вопросам, да? У нас в посаде еще к вопросам. У нас все можно найти. Меня грязь найдет. Я не могу. Да. Ходил, тебя ждет. А он сейчас вернется, он сейчас до тут дойдет и опять вернется. Он там дом не откроет. Там этот Вовка лежит на асфальте. Иди подними домой, унеси его. А он тоже там всегда сидит, как на работе. Да. Он там один выпил, в одну харю фунфырик. А ты где был? Он там сидел. Он утром я к корову когда ходил, да? Он здесь на бордюре сидел. Он уже настрелял, он уже напился и накурился. Там у него все было, а ты пока дома спал. Второстепенный вопрос. Второстепенный вопрос. Ты пока спишь, ты все проспал весь день, блин. И похмелиться теперь тебе никто не даст. Ну вот так вот, а что? Потому что все, рассосались, один напохмелялся, у другого в дома стоит литр. Вот как ты будешь жить без всего теперь? Найдем. Найдешь? Дадут? Конечно. Начальник капитал есть. О-о-о! Сколько там у тебя? Да много. Ну ты счастливый. Ясно. Ты в первой школе не училась? Нет. Я сразу в институт пошла с пеленок. А, ну, да. Хорошо. Поэтому такая умная. И красивая. А вы как думали? Зачем такой умной и красивой девушке среднего возраста ходить в школу? Ой, да, да еще в первую. Сколько не учить, как говорил Мао Цзэдун, да? Императором, говорит, все равно не станешь. Наверное. Да. Сразу поступаем в институт. Вот так вот. А как это Сашка прошел? Чего я его не засняла? Надо было его заснять тоже, а он убежал. Я отлажу весну технику только. Да? Сразу со школы? После восьми пошел. Или после садика? После. А на кого там учился-то? На кого? У кого? Это лесник, лесоповал. Что ли? Лесоповал? А что, в Сибирь не отправляли, что ли, тебя по этапу? Зачем было учиться? Надо было сразу туда по этапу, я как в Сибирь на лесоповал. Нет, в других местах не было. А, в других местах? В южных? Да. Поэтому такой загорелый, красивый, да? Марпасадский парень. Я вообще тюменский парень. А, ты тюменский, а ты давно сюда приехал? Ну, давно. Да. Сколько лет-то? Ну, лет 5, наверное, меня привезли. А, в 5 лет тебя привезли? Мою маму знаю спокойно. Ну, короче, все равно уже местный. Уже все равно местный. Все равно на... Ну, все равно братан уже нашинский. Ну, нашинский братан. Свой все в доску. Же. Свой в доску, конечно. Марпасадский уже все. Закоренелый. А то тюменский, не знаю. Откуда с 5 лет уже все, уже наш. Школу тут учился. Я туда, я туда. А женился тут, нет? А, у меня вон курсят 4 года. А? Курсят 4. Там жена? Инка. Нинка, да? Ирина. Иринка? А дети есть? От нее нету. А от кого есть? От второй жены. Тоже марпасадская? Да. Чебоксарская. Чебоксарская. Ну, как ты корни не сделала марпасаде? Не дал корни. Где-то в Чебоксарах. Как тебя туда вообще нечистая занесла? Есть у меня один сынок. Только он живет в Ялтинском районе где-то. Да? Где ты? И сам не знаешь. Вот папаша. Я когда в армию ходила, она беременная была. Вон что, поэтому ты не знаешь. Ты там, короче, задрючил, да, ее, и все. Мужикам оно так. Сунул, вынул и пошел, что? Дело не в этом. Если она меня сама не дождалась, я ничего, виноват. Изменил, да? Изменила, да? Она уехала с другим. Стерва, тварь. Да. Порвать ее. Порву, как ты и не говорите ничего. Нет, на самом деле ничего.
Ясно. Ну ладно, иди за Сашкой-то. Сашка тебя там ждет, верит в тебя. Орел с воробьиным перьями. Да, думает, сейчас придет Санька-то. Братан скажет, тезка-то. И мы сейчас ему мазанем, скажет, литруха-то на двоих. И тоже рядом ляжем. Он домой зайти не может, не знаю. Да. Дома оставил, а дверь захлопнул. И ходит теперь туда-сюда, да? Ждет у моря погоды. Вот жизнь настала. Лунатик, ебаный. Ну, пойдем я тебя до Каменного провожу, может быть, он там стоит. Пойду я сейчас до Каменного, посмотрю Сашку-то. Мне надо его тоже сфотографировать. Это... на память. А кто его фотографирует? У него морда не... Да ладно, откуда ты знаешь, что он тоже красавец. У нас вообще красавцы все в Марпасаде. Так вас девчонки кусают. Смотрите-ка, скорая помощь приехала. Это хорошо, девчонки. Скорая помощь приехала к Вовке. Врачи приехали. Морозник, да? А? Морозник. Вон еще один идет, красавец, видишь? Он что, умирает, что ли, блин? Погоди-ка, машина, давай, помоги. Возьму. 90, на сколько у него давление-то? На 60. На 60. Нормально. Пониженное. А сахар сколько? 5,2. О, сахар шикарный, шикарный. 38 лет ему. Красавец. Вот. Был бы альфа-самцом, если бы не бухал бы. Вот да, не говорите-ка, ну красивый мужик-то. Жена, говорит, бросила, говорит, женщина, говорит, бросила. Все, одна женщина на весь Марпасад у нас больше женщин нету. А такого кто не бросит? Не пил, говорит, я раньше вообще. Давай, Коля, давай спустим. Девочки, страшная судьба человеческая. Кто-то догадался вызвать скорую помощь и увезли его на скорой помощи. В невменяемом состоянии, девочки. Вот такие у нас. Короче, Алка, мужчины. Что делать? Жалко. Куда деваться? Это он сам выбрал такой жизненный путь. Что делать, девочки, правда? Пишите в комментарии, что вы обо всем этом думаете. А все хорошие, их щенками разобрали, девочки. Вот такой у нас остался сброд. Может быть, кому-то надо этого алка-самца. Может быть, кто-то возьмет и возьмет его в руки. Вроде бы так неплохой на внешний вид. Может быть, он исправится.